Помощь подшефному городу Ровеньки Луганской Народной Республики не изменит планы по развитию нашего региона, отметил глава Коми Владимир Уйба во время прямой линии на Юргане. Мы точно совершенно никоим образом свои объемы и свои работы не снизим. Но вот я просто скажу одну цифру. Например, по дорожному строительству, чтобы вы понимали, да, уважаемые жители республики, что мы в этом году, несмотря на помощь Ровенькам, ЛНР, ДНР, мы увеличили на 2 миллиарда рублей дорожное строительство. Вот как один из примеров того, что мы не то что пояса затягиваем, а мы наоборот увеличиваем объемы вложений в родную республику. Поэтому в этом смысле не волнуйтесь. Ну и самое главное, еще раз говорю, все-таки надо жить такими библейскими и христианскими заповедями, когда даешь, отдавай и не думай о том, что ты как-то себя в этом будешь ущемлять. Никогда не оскудеет рука дающего. Ремонт дорог, больниц, школ и детских садов еще впереди. Сейчас необходимо подготовить город к зиме. В Ровеньках, как и на нашем севере, бывает до минус 20.